Всем привет, добро пожаловать на канал Natalie for You, канал о косметике, красоте и немножечко о моей жизни. Меня зовут Наташа, в сегодняшнем видео я буду петь дифирамбы бренду Lime. Очень-очень много новых интересных покупок одежды у меня случилось оттуда за последние несколько месяцев. И если вам интересна такая тема, то, конечно же, продолжайте смотреть. Традиционно, прежде чем приступать к теме видео, я напоминаю вам, что кнопочка подписаться на канал есть внизу, что вы можете подписаться на меня также в других соцсетях. Но и не забывайте, что ваши лайки и ваши комментарии очень сильно помогают продвижению и развитию моего канала. Почему я сказала, что буду петь дифирамбы Lime? Бренду Lime. Многие знают, что это бренд одежды. Я думаю, что он дошел уже до многих, даже отдаленных уголков России. И в любом случае там можно делать онлайн-заказы. У них очень хороший, интересный сайт. И когда я стала составлять вот список того, что я купила за последнее время из одежды, я поняла, что добрая половина этого списка – это Lime. И поняла, что нужно снять отдельное видео именно на Lime и отдельное видео на все мои другие покупки. Так и поступим. Поэтому будет две части, обязательно следите, если вы интересуетесь. В следующем видео тоже классные находки будут. Ну а я начну с того, что на мне сегодня, и это платье я купила еще зимой. Некоторое количество покупок у меня случилось уже в зимний период, они вполне могут вжиться и даже в осенний, весенний и летний гардероб в более прохладные дни, поэтому я сегодня их покажу. В том числе и это платье, у него такая очень хорошая открытая спина, да, платье трикотажное, но ничто не мешает мне носить его летом. И, конечно же, это черный классический цвет, и это фасон, который не облегает тебя. Я не могу похвастаться супер идеальной фигурой, где будет там плоский живот, ничего лишнего на бедрах и так далее. Поэтому те трикотажные платья, которые очень-очень сильно облегают и которые любят носить там молодые девчонки с идеальными фигурами или независимо от возраста, в общем, девушки с идеальными фигурами, на мне, конечно, не очень хорошо смотрятся. Да и смотрится, когда вот это вот все обтягивает и облегает, оно, конечно, вызывающе достаточно. Данное платье, оно очень спокойное по своему фасону, кроме открытой спины, и это, конечно, интригует, потому что здесь все закрыто, если, например, у вас сверху какая-то накидка, пиджак или что-то такое, то вообще непонятно. У меня есть несколько черных платьев, но, в частности, трикотажное у меня как раз-таки вот из таких облегающих было. Помню, еще в Love Republic его брала, и я уже категорически переросла, и не хочу такое носить. А вот это платье именно своим прямым кроем, прямым фасоном, тем, что оно не как бы супер подчеркивающее что-то, мне оно именно этим и понравилось. И, конечно же, всегда черное платье, такой длинный практически макси по щиколотке, это у нас про то, что его можно в качестве вечернего выхода использовать. И мой сегодняшний, как бы, мои сегодняшние аксессуары, я бы сказала, очень даже сильно намекают на это. Но я всегда, когда одеваю какое-то вот такое черное платье, комбинацию или что-то такое, меня прям тянет какие-то вот стразы сюда добавить. Вот. И, соответственно, хорошее базовое платье, оно было представлено в белом и черном цвете, может быть, до сих пор у них продается, но также вы можете и на LaModie поискать, посмотреть, оно могло остаться. Ну и у них таких базовых платьев достаточно много. Поэтому смотрите и выбирайте уже по своему вкусу. Еще парочка вещей, которые более относятся, наверное, к такому теплому гардеробу, но в летний гардероб их тоже можно встроить, и я их вам здесь и показываю, как обещала. Во-первых, это вот такой пиджак, замечательный пиджак, гусиную лапку. Ну, что тут сказать? Lime есть Lime. У них замечательные, хорошие костюмы, и никогда я не получала такого удовольствия от покупок костюмов в каких-то других брендах. То есть настолько универсально, чтобы было, чтобы настолько попадали в тренды, а была также и классика. То есть они настолько сильно следят за модой. У меня, ну, несколько из костюмов от Lime, и все меня полностью удовлетворяют. Конечно, я ищу и в других брендах тоже костюмы себе, но
Ценовая политика, если мы берем российские бренды, она, конечно же, более высокая, чем какой-то масс-маркет, который у нас был, там та же Zara, например. Сейчас она есть, но я туда даже не ходила, почему-то не очень сильно тянет. И в связи со всеми теми отзывами, которые делали. Но Lime, да, они подняли цены, но у них все-таки не такие высокие цены, как у других там российских брендов. И здесь это про меньшее количество, наверное, теперь уже покупок, потому что вещи стоят дороже. Я могла бы сказать, что однозначно в большинстве случаев это очень достойные вещи. Вот в частности, если бы данный пиджак был, ну, с чем-то другим скомбинированным, под него было платье, и под него была очень-очень короткая юбка. Я для себя не взяла, приемлем ни то, ни другое, потому что платье тоже было длиннее мини, и немножко подумала, что это мне, ну, не по возрасту, не понимала, куда я это буду носить. Но вот данный пиджак я купила именно с этим черным платьем, потому что они замечательно вместе сочетаются, замечательно комбинируются, и получается такой красивый, нарядный выход. Очень хорошего качества пиджак, и я удивилась, что мне идет вот гусиная лапка, потому что я чаще всего пропускала такие модели. Еще очень хотелось бы, наверное, какую-то, может быть, коричнево-бежевую гусиную лапку. Ну, не знаю, это меня уже, конечно, заносит, возможно. Это не проходящая классика. Пиджак укороченный, как я еще раз сказала, сейчас самый модный. Но я вам честно скажу, буквально там 2-3 года назад тоже были в моде эти укороченные пиджаки. И если я сравниваю тот фасон укороченных пиджаков, которые у меня висят в гардеробе, купленные несколько лет назад, они выглядят практически точно так же. И они не выглядят неактуальными. Сейчас мода стала настолько быстрой, что, ну, как-то оно не успевает даже морально устаревать, когда снова возвращается в моду. Там те же юбки плиссе, вот объявили, что они снова в моде. Я не успела даже расхотеть носить юбку плиссе, как она быстренько из немодной снова стала модной. В общем-то, мне кажется, что стоит придерживаться просто какого-то своего стиля и все, покупать то, что тебе нравится, и не гнаться за сменяющимися трендами. И еще вот один такой кардиган я вам покажу. Он тоже подойдет, в принципе, на летний сезон в том числе. Накинуть какой-то прохладный вечер. Тоже укороченный кардиган. Он, по-моему, 100% хлопка. Здесь даже состав. Здесь такие красивые нарядные пуговицы, которые даже не потребуют того, чтобы их убирали. У меня в размере L. И здесь так, 59% вискоза и 35% хлопок и 5% полиамид. То есть очень подходящий такой прохладный состав на весну, на лето, может быть даже на раннюю осень. И подойдет вот так на куда-то на брюки или на платье сверху накинуть. Вот даже на это платье, например, а можно на плечи его приспособить накинуть. И что удивительно, здесь, ну, это такая морская тематика, как вы видите. Здесь очень качественные, очень хорошие пуговицы. Вот прям не стыдно за них, они так дорого и нарядно смотрятся. Так что вполне себе буду этот кардиган, но я уже его ношу, и в дальнейшем. И они, по-моему, даже до сих пор представлены на сайте Lime. Ну все, теперь идем с вами исключительно по летним вещам. И первым делом показываю вот такой замечательный, классный костюм из 100% льна. Здесь очень расслабленные брюки, но я бы не назвала их палаццо, потому что они на такой средней талии, на тоненьком ремешке и очень расслабленная, свободная рубашка, длинная. Конечно, напрашивается снизу какую-то футболку или топ, и прям или купальник, сверху одеть это на купальник и пойти на пляж. Я знаю, что примерно похожего фасона, ну, у многих брендов, наверное, выходило, но на что я обратила внимание, что очень похожего фасона, но из какой-то необычной ткани вышли комплекты у 12 Stories. Я думаю, что вы понимаете, 12 Stories сейчас изменили позиционирование и очень сильно подняли цены, поэтому тот костюм стоил каких-то неадекватных денег для меня. То есть я пока что не вижу и не понимаю,
за что такое платить. Вот это не что-то эксклюзивное, потому что Lime выпустил практически похожее. И я думаю, что у многих брендов еще такое же вышло. Очень такое настроение какого-то морского побережья. Можно и в городской стиль спокойно вплетать. Данные костюмы до сих пор тоже представлены у них. Они в нескольких расцветках. Есть зеленые, есть синие, есть черные, по-моему, вот четырех они расцветках. Но я бы, если бы были бежевые, я бы, наверное, взяла. А так я предпочла взять в белом цвете, потому что к лицу мне не очень будет ни черная рубашка, но яркие расцветки я вообще не хотела. Это не тот комплект, который бы я хотела иметь в ярком цвете. Мне прям напрашивалось, что я иду где-то по морскому побережью или по набережной в этом расслабленном костюме вечером, потому что вот уже слегка прохладно, рубашка нараспашку. Очень такое действительно отпускное какое-то настроение у этого костюма. Но я думаю, что и летом я тоже найду, куда его носить. И здесь хочу заранее предупредить вас, что белые брюки, они очень прозрачные, именно поэтому мне нравится поверх рубашка, чтобы она сглаживала вот тот просвет, который может быть сзади, так скажем, и это не выглядело, ну, как-то вульгарно или что-то такое. Хотя здесь, повторюсь, здесь вот такое пляжное настроение, хорошего качества лен. Если вы еще никогда не покупали в Lime лен, у меня огромное количество вещей из льна, именно из Lime, замечательного, шикарного качества. Мне это качество даже больше нравится, чем я покупала себе льняную рубашку в том же Massimo Dutti и в той же Zara. И вообще у меня огромное количество, на самом деле, белых льняных или хлопковых рубашек. Для меня это такой базовый элемент гардероба, но который нужно постоянно докупать, потому что они желтеют, какие-то пятна могут появляться, что-то еще. То есть они через какое-то время все равно выходят из строя, и здесь лишняя рубашка не помешает. Кстати, этот именно комплект я заказывала онлайн, и что могу, я пользуюсь таким лайфхаком. Вы не подумайте, я здесь не проплачена. Я действительно очень маленький канал для бренда Lime. Это не реклама, это мое личное предпочтение этого бренда. Я бы была рада и с удовольствием, если бы они мне присылали вещи на рекламу. Но я вам говорю свои находки и свои, как бы, покупки за личные деньги. Итак, если вы заказываете на сайте, на онлайн-заказ идет скидка 5%. Если вы покупаете на достаточно большую сумму, то, конечно же, скидка 5% в такую приличную цифру может превратиться. Вот данный костюм я покупала именно онлайн и со скидкой. И очень адекватных он денег стоит по сравнению с тем же 12 Stories. И что еще я хочу сказать, что очень быстрая доставка у них, то есть очень быстро привозят тебе на дом, вообще никаких вопросов. Почему не все покупаю онлайн? Потому что что-то осталось и представлено только офлайн. И такое тоже случается, поэтому как бы здесь вот берешь на моменте там, где есть. Потому что некоторые модели прям очень супер пользующиеся спросом и популярные, разбирают достаточно быстро. Ну и таким образом поступаю. Прихожу, меряю в магазин. Дальше, конечно же, тебе привозят, ну, такое чистенькое все, отглаженное в упаковочке. В этом преимущество онлайн-заказа. И чтобы не возвращать обратно, я, естественно, сначала померяю в магазине, потом спокойно заказываю себе на сайте. Очень много базовых вещей будет в сегодняшнем видео, и это действительно стал магазин для меня про базовые футболки, базовые платья какие-то, брюки, пиджаки, все что угодно. Действительно огромное количество тех вещей, которые будут вне времени и иногда даже вне сезонов, да, говоря, например, про это платье. Или про какие-то топы, майки, футболки, которые вы тоже можете носить в любое время года. И здесь Lime для меня стал даже предпочтительнее той же Zara, когда я ходила в Zara, да, там было много базовых футболок, но они очень часто не устраивали меня по качеству пошива и так далее. И я как бы обходила стороной, но здесь все просто шикарно и замечательно. Про эту майку я так говорить не буду, потому что я сама виновата. Ну, смотрите, черная базовая майка. Это опять у нас идет трикотаж, но в моем конкретном случае предпочтение тонких бретелек, я просто такие майки больше не буду покупать. Мне не очень идут вот эти вот тонкие бретельки, не очень они на мне смотрятся, и сейчас такую майку я могу носить
только дома. И она, знаете, из такой более тонкой ткани, более тонкого трикотажа, хотя укороченная при этом, то есть не совсем супер короткая, но немножечко укороченная. И вот то, как она сидит, нравится мне меньше. Но я взяла на пробу, тестировала, как говорится, подходит ли мне этот фасон. Вроде в примерочной померила, все подходило, но дома не очень довольна осталась ноской. А вот эти майки-топы у меня уже в 4 цветах. Это очень актуальная модель сейчас. И я знаю, что в Заре продаются похожие, но тут немножечко такие растрепанные, типа поношенная пройма. Я не знаю, устроит меня такое или нет, но в лайме я взяла именно в 4 цветах. И это еще не все цвета, которые там представлены. Смотрите, у меня есть белая, у меня есть бежевая, у меня есть такая уже болотного, наверное, цвета и очень красивый такой ментоловый, но припыленный ментоловый. Итак, во-первых, очень плотный трикотаж, офигенно плотный трикотаж, который классно сидит на фигуре. Но я бы сказала, что каждую майку нужно примерять в отдельности, и именно вот эти майки, это то, что я предпочла бы купить офлайн, потому что, например, белая у меня в размере L, бежевая тоже, а вот, эта ментоловая, она в размере M. То есть лучше М-ка на меня села. И здесь я предпочла выбор офлайн. Что касается состава, это 95% хлопка и 5% эластана. У меня поиски таких маек были в огромном количестве. Я искала их в Intimissimi, покупала в Intimissimi, но они все равно не такого плотного хлопка, как вот этот вот. И не то немножечко. В Заре там смотрела в какие-то стародавние моменты. И так обрадовалась, когда они именно с той проймой, как мне нравится, именно такого внешнего вида, как мне нравится, в огромном множестве, появились в лайме. Отшили, фасон замечательный. Как бы стирала уже все, что хочешь, делала. На темных футболках можно даже не носить нижнее белье снизу, потому что ничего не просвечивает. На белой майке, конечно, видно. Там нужно либо какие-то специальные, там, так скажем, накладки одевать, или же как-то какое-то более незаметное белье одевать. Но да, белая чуть-чуть подкачала, могла бы быть чуть-чуть поплотнее. А так вообще идеально просто в моем случае, поэтому целых 4 штуки у меня. И еще про базу, которой, мне кажется, я обзавелась на долгие-долгие годы. Давно не помню, чтобы я так хорошенечко покупала себе именно футболки, майки, все, что подойдет для носки под какую-то рубашку, верхнюю одежду, пиджак, куртку джинсовую, вот под такого рода вещи, или даже непосредственно без ничего летом. Давно такого ассортимента я себе не покупала. Сейчас, мне кажется, у меня есть вот все от и до, что только душенька пожелает. Итак, еще две базовые вещи. Это боди. Шикарные, замечательные боди есть в лайме, как и с длинным рукавом. В том числе вот из такой эластичной, очень тонкой ткани. Здесь все бесшовным сделано. Я себе предпочла взять без рукавов. Здесь и горловина на склейке, да, наверное, она. Но вы знаете, вот как бесшовное белье делается. Очень-очень классная боди под пиджак. И вот именно в случае боди мне хорошо, нормально, когда это черный оттенок. То есть я одеваю сверху какой-то голубой, например, пиджак или какой-то более яркий пиджак. И это офигенно красиво смотрится. Вот я прям кайфую от этого. И также я взяла белый, но это уже трикотажная. Уже стирала и все нормально. То есть не теряет форму. Хотя здесь более тонкий трикотаж, чем на тех майках, которые я вам показывала, но при этом все нормально, держит форму хорошо. Это выглядит как футболка, но которая у тебя не выбивается из-за пояса постоянно. И это чрезвычайно удобно в том случае, если ты хочешь именно ровное прилегание, а не напуск какой-то делать или что-то еще, но в то же время, например, ремень показать. Можно носить как с джинсами, как с юбками, с шортами, с костюмами, с чем угодно. Замечательные, шикарные штуки. Вот буквально на днях была в лайме, и все из этого до сих пор есть наличие. То есть это действительно такая база, а не сезонные вещи,
Поэтому, если вы были в поисках, я прям рекомендую, поскольку это, я говорю еще раз, не такой сумасшедший ценник, как в некоторых вот наших российских брендах есть. Да, я готова какие-то неповторимые, хорошие вещи покупать, но базу, если возможно купить хорошего качества, но дешевле, я, конечно же, выберу так. Показываю вам еще одну футболку. Чрезвычайно мне понравился ее цвет. И это укороченная футболка, мне кажется, да, у меня в размере L. Она замечательно подойдет, опять-таки, к любым брюкам, юбкам, шортам и чему бы то ни было еще. Я с удовольствием ее ношу уже достаточно долгое время. Опять представлена в разных цветах в лайм. И здесь, если вы не хотите что-то куда-то заправлять, то она действительно такая укороченная. Состав замечательный. Что еще сказать? Я даже не знаю. База в лайм представлена на любой, даже самый взыскательный вкус. Следующую футболку я бы тоже, наверное, могла отнести, но практически к базе, хотя тут есть надпись, но она является очень универсальной. Белая футболка с черной надписью, под что угодно одели, она достаточно большая, выглядит как такой оверсайз, у меня размер L, и если вы хотите, чтобы она была такая поменьше, то возьмите поменьше размером, но в принципе она скроена как оверсайз. Огромное количество и таких футболок с принтами тоже есть. Я взяла для себя Малибу, и здесь такой, ну, живой, не выглядит как супер такая тяжелая наклейка, знаете, когда иногда бывает на футболках, а здесь она такая очень мягкая, и мне кажется, даже гладить ее можно. Уже тоже и носила я ее, и стирала я ее, все нормально, шикарно, замечательно себя ведет. Мы добрались до брюк, и без этого я тоже не смогла остаться. Первым делом показываю вам брюки карго. Сразу смотрю, что это 100% хлопок. Таких точно, мне кажется, вы уже найдете с трудом, потому что их разобрали очень быстро. Это брюки карго очень актуального именно сейчас. Вот выстрелил этот фасон, когда они такой сами очень средней посадки. Я удивилась, но это замечательная посадка, села на меня очень хорошо. Именно в лайме, я в других брендах не мерила. Они такого белого, молочного, я бы сказала, цвета и очень-очень объемные. Очередные, конечно, брюки такие парашюты для меня, балахон. Саша ругается, как всегда, но мне в них очень комфортно. Единственное, что хотела бы вас предостеречь и действительно сказать, что брюки такие, они расклешенные, они с накладными огромными карманами вот здесь сбоку, они также с какими-то присборинками, то есть создают такой объем внизу достаточно большой, и даже я со своим высоким, ну плюс-минус выше среднего ростом, 176, немножко смотрюсь ниже, они как-то приземляют и делают тебя реально ниже ростом, я не знаю за счет чего, естественно, ни каблук, ни что-то похожее вы не оденете под такие брюки, поэтому будьте аккуратны, если ваш рост не очень высокий и вы всегда стараетесь себя визуально вытянуть, то именно такими брюками, ну, на мой взгляд, этого сделать невозможно. А в остальном это идеальные комфортные брюки на лето, в которых очень хорошо. Они не супер плотные, не такие плотные, как джинсы. Они, опять, любая майка, футболка сверху, и вы побежали. Даже можно умудриться, если пиджак какой-нибудь такой не супер классический, сочетать с пиджаком. Ну и, конечно же, с джинсовой курткой будет просто огонь. Можно с тренчем сочетать на более холодную погоду. Они очень универсальные, благодаря своему цвету. И, конечно же, очень модные. Сейчас несколько новых фасонов, новых моделей появилось на сайте Lime. Я уже видела в магазине именно похожего кроя, но вот эти их очень быстро разобрали. И также я купила себе джинсы, очень классные светлые мам джинсы, по-моему, мам у них фасон, да, фасон мам называется. У меня, кстати, размер 40, если кому-то интересно. Такого цвета джинсы, конечно, нужны только на лето, и даже с собакой гулять я не могу их одеть.
Потому что удивительным образом вот белые брюки карго на себя не так много каких-то пятен привлекают, как эти джинсы. Я в них влюбилась за их цвет, вот этот выбеленный такой, но вываренный, но без разводов, вываренный цвет джинсы. Я обожаю такой, это мой любимый цвет джинсы, но при этом нужно быть очень аккуратными, чтобы не испачкаться. Вот эти мам джинс на мне сидят идеально. Это тот случай, когда мне ничего не жмет, ничего не давит. Я могу заправить футболку, я могу выправить футболку, никакие бока не торчат. Некоторое количество моих джинс, честно говоря, грешат тем, что да, они сидят у меня идеально на ягодицах, но при этом на талии там что-то постоянно, какой-то жирок начинает вываливаться. И мне, конечно, это жутко не нравится, потому что я не понимаю, как бренд там не соблюдает вот эту вот пропорцию. То есть это, видимо, просто не мой бренд. А у Лайма здесь все срослось. Мне нравится, как они сзади сидят, и мне нравится, как они на талии сидят. При этом, вы знаете, я не разделяю мнение тех девчонок, ну, никогда не относилась к тем девушкам, даже когда носила 42 размер, вы можете себе представить, что, например, нося 42, я могла купить себе 44. На мне это всегда выглядит как весь с чужого плеча. Я смотрю на девочек, на худеньких, которые на свой 42 размер покупают себе спокойно 48 и спокойно говорят, вот я ношу оверсайз, мне все подходит, мне все классно и комфортно. У меня не так, у меня всегда как будто я это, мне вещь больше мерит, мне надо до нее еще дорасти, я сняла с чего-то чужого плеча, поэтому даже на размер больше я очень редко покупаю вещи, это прям какие-то супер-супер исключения, когда я могу взять, например, XL, да, какой-то размер, ну, действительно, можно вот на пальцах пересчитать одной руки, наверное, в моем гардеробе такие случаи, но при этом, вот, когда беру размер в размер, зачастую там на талии, например, уже не подходит. И Лайм здесь вот по моим параметрам шьет просто идеально. Завершать сегодняшнее видео я буду вот таким замечательным летним, жизнерадостным, ярким сарафаном, который тоже явился моей находкой. В связи с чем он явился для меня такой находкой? Потому что для его состава у него супер классная цена. Он стоит всего 5000 рублей. А если вы, повторюсь, онлайн закажете, то еще 5% скидка будет. Он до сих пор присутствует в Лайме. И это тот фасон, который подойдет, конечно же, и украсит, ну, на мой взгляд, любую фигуру. Здесь спинка на завязках, которую вы можете регулировать, и опять вы получаете вещь, которая не будет вам большой. Главное подобрать так, чтобы она вам села по талии хорошо, а спинку вы можете затянуть. Бретельки здесь тоже регулируемые, так что в этом плане вообще все замечательно. Сарафан с очень хорошим хлопок лен, по-моему, у него состав. Сейчас я вам скажу, по-моему, там 50% льна, 50% хлопка, если я не ошибаюсь. 55 лен и 45% хлопок. Я его уже выгуливала, уже носила. Мне очень нравится. Здесь на груди такая двойная ткань, чтобы ничего не просвечивало. И на юбке просто сама эта ткань идет тремя, как это сказать, воланами такими, да, и, соответственно, тремя уровнями спускается вниз. Мне платье достаточно длинное, по щиколотку. Я думала бы, что даже в коротком фасоне по колено, если бы третий валан отрезать, оно тоже очень красиво смотрелось бы. Но они сделали так, как сделали, и я его ношу с удовольствием. Очень летний, для меня удивительный цвет. У меня почти нет зеленых вещей в гардеробе, но мимо такого фасона я пройти не могла. Этот фасон тот, который я люблю, который мне нравится и действительно, ну так, изящно смотрится, когда тоненькие лямочки у тебя. И обновление сарафанного гардероба, так скажем, у меня на лето состоялось. Ну что, друзья, на этом я буду заканчивать сегодняшнее видео. Не забывайте, что ваши лайки, ваши комментарии очень сильно помогают продвижению и развитию моего канала, так же, как и подписка на мой канал. И также, если вы в других соцсетях ко мне присоединитесь, давайте будем дружить, давайте будем общаться. И также не забывайте, что совсем скоро, прямо в ближайшее время, я обещаю выпустить вам следующее видео, где будет и обувь, и аксессуары, где будет и очень интересная одежда от разнообразных брендов. Ну и пишите свое мнение о бренде Lime. Часто ли вы что-то там покупаете? Нравится, не нравится? С удовольствием встречусь с вами внизу в комментариях. На этом всем пока-пока и встретимся совсем скоро!